Доброго утра! Сегодня я вам расскажу один из рецептов, который можно использовать при глаукоме. Глаукома – это постоянное или временное повышение внутриглазного давления, опасно тем, что может привести в конце концов к слепоте. Поэтому использовать какие-то средства для лечения, для профилактики глаукомы очень важно. Для этого рецепта берем стакан, кладем туда свежий ландыш, измельчаем его один, остаток до половины наполняем листьями свежей крапивы. В этот объем заливаем буквально четвертую часть стакана кипятка и настаиваем ночь. Затем это процеживаем и оставшуюся жидкость используем для компрессов на глаза. То есть берем ватные тампоны, обмакиваем в жидкости и прикладываем глазам на 15-20 минут 1-2 раза в день. Этот же рецепт можно использовать при конъюнктивите и других воспалениях глаз. А я желаю вам, чтобы ваши глазки были здоровы и видели всю красоту, которая дарит нам природа, и оздоравливались. До свидания. Широкий ассортимент целебных трав. Травяная лавка на Цвиринга 41А.